Всем привет! С вами Полякова Ольга, эксперт по рациональному питанию и применению БАД, профессионал индустрии wellness. Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Не просто так передо мной стоит эта красивая розовая коробочка. Зима на дворе, шапки на голове, волосы оставляют желать лучшего, ноготочки тоже зимой не ахти очень многих. Поэтому сегодня будем говорить о том, как сохранить здоровье волос и красоту их, и сохранить красивые ноготочки. В этом нам поможет вот этот новый продукт, это новинка от компании. Я вам обязательно расскажу, что там внутри, расскажу, зачем это нужно и нужно ли вообще. Поэтому сегодня красота волос и ногтей. Сегодня в той или иной степени от каких-то проблем с шевелюрой на голове страдает до 70% мужчин и до 40% женщин. Вот вы видите, мужчин больше, и волосы они теряют гораздо более интенсивно, чем женщины. Я это к чему? К тому, что этот эфир будет еще полезен и мужчинам тоже, потому что ура! Сегодня они стали уделять своей внешности уже гораздо больше внимания, чем это было 10 лет назад, например. Это видно, это заметно, это очень-очень приятно. Поэтому слушайте. Волосы являются второй тканью по скорости роста в организме, номер два после костного мозга. Это ткань, которая очень интенсивно растет, очень интересно восстанавливается. И каждый раз, когда волосок выпадает, на его месте вырастает другой. Но дело в том, что на каждом месте у нас вырастает волос только 20 раз. И наша задача найти такое решение, чтобы за всю нашу жизнь 20 раз, я имею в виду, найти такое решение, чтобы этот 20-й раз случился не в 35 лет, когда уже будет проплешина на этом месте, а как можно позже, для того, чтобы сохранить нашу внешность на том уровне, как нам хотелось бы. Теплая погода вообще стимулирует рост волос, а холодная наоборот. А вот сегодня она холодная, сегодня на дворе зима, а наши волосы несут колоссальную нагрузку, потому что у них нет... Под ними нет защитного слоя жира, и, по сути, волосы выполняют как бы защитную роль изолирующего слоя и защищают наше тело со всеми вытекающими последствиями. И о чем это говорит? О том, что волосы нужно питать, о том, что корешки волос нужно питать точно так же, как и все остальные наши органы, потому что иначе он просто не выживет. Поэтому сегодня я хочу вам представить очень интересный сбалансированный комплекс Hair and Nails, волосы и ногти, который поможет нам эту красоту сберечь. Давайте сначала заглянем, что находится внутри. А внутри у нас 30 вот таких пакетиков, на которых написано Siberian Wellness. И в каждом пакетике находятся по 3 капсулки. Каждая капсулка является представителем одного из 3 комплексов, о которых я вам сегодня расскажу. 30 – это значит, что этого продукта хватает ровно на 30 дней. И это означает, что у нас в руках месячный курс для поддержания здоровья, красоты и волос. Итак, каждая капсула представляет один из комплексов. Beauty Vitamins, Beauty Minerals и Anti-Age Complex. Давайте начнем с Beauty Vitamins. Это главные витамины красоты, самые-самые, которые нам нужны, включая биотин, фолиевую кислоту, витамины группы В, но то, что на слуху, без чего красота абсолютно невозможна и структура волос нарушается моментально. Фолиевая кислота – это очень женский такой витамин, это витамин красоты. Он необходим для того, чтобы… Кислота – это необходимо для того, чтобы волосы не были ломкими, для того, чтобы они не были тусклыми, потому что она способствует поддержанию прочности кератиновых волокон. Именно то, что и обеспечивает твердость наших ноготочков и то, что обеспечивает отсутствие ломкости наших волос. Здесь также находится никотинамид. Он относится к очень редкой группе веществ. Надо сказать, его иногда называют витамином ПП или витамином В3. Он делает то, что улучшает циркуляцию крови. Наши корешки волос, которые вот торчат в голове, они питаются полезными веществами, которые несет кровь. И чем активнее идет циркуляция крови под кожей головы, тем быстрее корешки волос получат свое питание. Соответственно, и волосы будут чувствовать себя гораздо лучше. Медленная циркуляция – плохое питание. Нормальная циркуляция – хорошее питание. Здесь все достаточно просто. Наша задача – это просто обеспечить. Также здесь есть витамины, другие витамины группы В, очень разные витамины, витамин В1, витамин В2, каждый из них выполняет свою крайне нужную функцию, они обеспечивают дыхание, клеточное дыхание, что крайне важно. Витамин В6, например, поддерживает обменные процессы
А без нормального обмена веществ невозможны никакие красоты. Мы всегда будем недовольны собой, если с обменом веществ что-то не то. А витамин В12, он так вообще напрямую уменьшает выпадение наших волос. Он напрямую снимает их тусклость. Потому что по волосам вообще очень видно, следит за собой женщина или нет. Если они блестят, понятно, следит. Если они тусклые, понятно, что-то не то. Ну, или есть в организме там какие-то проблемы. Также вы здесь найдете витамин группы А. Витамин А, это ценнейшее вещество, которое также напрямую влияет на ломкость наших волос, которое влияет на их густоту, на их силу. Витамин А нам крайне необходим для того, чтобы для поддержания внешней нашей красоты. Он возвращает волосам тот же самый здоровый блеск, он борется с их сухостью. А поскольку сегодня население у нас живет в режиме жесточайшего дефицита основной группы витаминов, а витамин А относится именно к основной группе витаминов, то, конечно, его элементарно не хватает, и он моментально сказывается на нашей внешности. Здесь находится витамин С, ну, куда же без него. Он очень полезен для волос и ногтей, не только для всех остальных наших органов. И он обеспечивает правильное питание корешков наших волос. Он не позволяет волосам становиться сухими и ломкими. Также здесь находится витамин группы Е. Это мощный антиоксидант. Вы наверняка слышали, витамин Е, витамин красоты. Это все правильно, это именно так оно и есть. Потому что витамин Е влияет на регенерацию подкожного сала, это важно. Он питает волосяные луковицы. Это крайне важно, он стимулирует их рост, и он обеспечивает их кислородное дыхание, потому что кислородная недостаточность – это тотальное явление, это касается абсолютно всех, это касается всех наших органов. Мы живем в городах, и понятно, чем мы с вами дышим. Поэтому витамин Е здесь выполняет такую мощную, хорошую работу, которая очень здорово нам помогает. Также вы найдете здесь витамин К1. Вот немногие о нем знают, как-то в основном витамины А, Б, С, а витамин К1 – это то, что вот прямое попадание. Это важнейший витамин для правильной свертываемости крови и для образования именно тех компонентов, которые влияют на женскую красоту. Именно этот витамин принимает участие в синтезе остеокальцина. А это такая штука, которая укрепляет ногтевую пластиночку и костную ткань. И без этого самого кальцина просто невозможно иметь хорошие ногти. А витамин К1, ну, чаще всего его жестоко не хватает. Если кто-то сомневается, может сходить в любую лабораторию за 2800 рублей, сделать анализ, снять витаминные показатели, что у вас находится в крови, чего хватает, чего не хватает. И у 8 человек из 10 не будет хватать витамина К1. Это нормальное сегодня явление. Только ненормальное явление, что волосы и ногти плохие. Второй комплекс, который у нас здесь присутствует, это комплекс Beauty Minerals. Это минералы красоты. То есть мы с вами говорили о витаминах красоты, теперь о минералах. Это 8 бьюти-минералов. Ну, вы знаете их название. Кальций, магний, йод, марганец, медь, цинк, железо. То, без чего красота не живет. Именно они улучшают внешний вид наших волос, укрепляют наши ноготочки. Тот же кальций, который составляет 2% от нашего тела, он имеет около 300 точек приложения в нашем организме, и одна из них – наша красота. Невозможно иметь прочные ногти, если есть недостаток кальция, он есть очень и очень у многих. Невозможно иметь красивые блестящие волосы, если не хватает кальция в организме. Также плюс к нему ручка в ручку идет магний, потому что кальций без магния и магний без кальция – это неправильная постановка вопроса. Магний – очень важный элемент для поддержания красоты, а для хорошего его усвоения он должен идти обязательно с кальцием. Магний препятствует выпадению волос, так между прочим. Он помогает сохранить наши ноготочки крепкими. Заодно он еще и нормализует наше давление, заодно он влияет положительно на наш углеводный обмен, а во время зимы с ним не очень все хорошо, и мы становимся шире. То есть со всех сторон магний нужен и для красоты, и не только для красоты волос, я имею в виду, но и вообще для красоты нашего тела. Также у нас здесь находится йод. Что я хочу сказать, девочки, бывают, есть такая группа женщин, которым по определенным показаниям не рекомендуется дополнительное поступление йода извне. Поэтому он здесь есть. Но
они это составляют меньшинство. А вот большинству, наоборот, йод очень и очень нужен, потому что йод – главный микроэлемент для улучшения функционирования, для правильного функционирования нашей щитовидной железы. А что такое щитовидная железа? Это наше все, и, естественно, и наша красота в том числе. Дефицит йода выдают ломкие ногти, ломкие волосы, слоящиеся ногти, появление каких-то неприятных высыпаний на коже. Ну, то есть йод, он, его дефицит моментально можно просчитать. Он укрепляет ногтевую пластину, он помогает ускорить рост ноготочков, он положительно сказывается на качестве ногтей, он укрепляет волосяные наши корешки, он препятствует выпадению волос. То есть со всех сторон это наш большой друг. И также здесь еще есть селен, который называют минералом молодости, не просто так его так называют. Он регулирует огромное количество процессов в нашем теле. Это мощный антиоксидант, который еще при этом усиливает действие витамина А и витамина Е. То есть, если его не хватает, то мы можем сказать «бай-бай» витамину А и витамину Е, потому что их поступление в организм будет гораздо меньше. Что-то организм, конечно, он все равно схватит, но полную его норму при дефиците селена он получить не сможет. А Россия относится к селенодефицитным странам, поэтому тут даже к бабке не ходи, как говорят. Готовьтесь к тому, что его, скорее всего, не хватает. Также у нас здесь и марганец, цинк, железо, все то, что делает нашу кожу, наши волосы, наши ногти просто прекрасными. И третья формула – это анти-эйдж формула, что в переводе означает противовозрастная формула. И в нее входит витамин D3 и экстракт ростков сои. То есть источник изофлавонов. Что такое витамин D3? Ну, вы наверняка знаете, что он образуется в нашем теле под воздействием солнца, солнечных лучей. Но какие солнечные лучи? Серое небо, низкое. Витамина D3 никакого нет. Не надо ждать, что он откуда-то появится. И не просто так идет его активная сейчас реклама, очень разная, не буду ее комментировать, но она есть, значит, есть и дефицит. Вот здесь этот дефицит полностью покрывается, здесь содержится именно та норма витамина D3, которая нужна, и этот солнечный витаминчик вы получаете. Что он нам даст? Он нас спасет от активного выпадения волос, он нас спасет от ломкости ногтей, он регулирует усвоение кальция, которое крайне нужно, он укрепляет костную ткань, он защищает нашу кожу от фотостарения. Если вы считаете, что фотостарения зимой нет, то вы очень заблуждаетесь, потому что солнечные лучи проникают через облака и продолжают активно старить нашу кожу. И мы же зимой не пользуемся, ну, в основном не пользуемся солнцезащитными кремами специальными, потому что мы не знаем, большинство людей не знает, что процесс фотостарения идет самым активнейшим образом и зимой в том числе. Вот витамин D3, он ставит как бы внутренний щит и дает нам некую гарантию на то, что мы не покроемся морщинами раньше времени. Что касается экстрактов сои, и там еще плюс экстракт хвоща полевого, то это изофлавоны. Это, в частности, гиностеин. Гиностеин – это основной фитоэстроген женской красоты. Любой специалист вам этой области скажет, что он делает просто чудеса с нашей кожей. И если его не хватает, то, скорее всего, и кожа, и волосы, и ногти будут выглядеть плохо. Потому что он стимулирует синтез коллагена и эластина, которые нужны не только коже, но и волосам, и в том числе нашим ногтям. Он ставит активный антиоксидантный щит. Он, экстракт хвоща, помогает восстанавливать и укрепить структуру волос. То есть все вот эти друзья собрались вместе в этой коробочке для того, чтобы помочь нам выглядеть восхитительно. И самое главное, что это все натуральное, что здесь нет никакой химии, что наша печень не будет корчиться и надрываться в муках и отторгать то, что мы в нее закладываем, потому что это все родное, это все принимается, это все усваивается. И, конечно, это все дает замечательный результат. Также хочу сказать, что в этой коробке находится не просто вот перечень тех полезных веществ, о которых я говорила, а очень адекватные дозировки. Они именно те, которые нужны, плюс в том процентном соотношении, которое должно быть для того, чтобы они положительно влияли друг на друга, потому что в нашем теле правит процесс синергии, один компонент помогает другому или наоборот его давит. Вот здесь все так сбалансировано, что тело вам скажет только огромное-огромное спасибо, а волосы и ногти просто поклонятся вам за такое участие в их жизни и красоте.
Кому это нужно? Это нужно людям, которые ведут активный образ жизни. Это нужно тем, кто много стрессует. Это нужно тем, кто не досыпает. Тем, у кого психические и физические перегрузки. Тем, кто увлекается диетами. Тем, кто просто следит за своей внешностью, скажем так. То есть нужно очень-очень много кому. Еще хочу сказать, вот относительно волос, такой совет, он вне этой коробочки, но он очень важный, на него не очень обращают внимание или просто не знают некоторые. Оптимальная температура, которой мы моем наши волосы, она составляет от 35 до 45 градусов. И если она холоднее или горячее, то те хорошие вещи, которые вы делаете для того, чтобы волосы выглядели хорошо, вы нивелируете их действие всего лишь этой температурой волос. Не забываем о том, что мы делаем уборку в перчатках, бережем наши ноготочки все равно. Не забываем о том, что у нас в доме должны быть только органические средства уборки. И, по-моему, сейчас уже мало кто пользуется химией бытовой, поэтому обращайте внимание на органику. Наше тело принимает только органику. И если мы будем пользоваться органическими средствами, и ногти наши будут лучше себя чувствовать гораздо, это факт. Я прощаюсь с вами до следующего эфира. С вами была Полякова Ольга, эксперт по рациональному питанию и применению БАД, профессионал индустрии wellness. Если вам понравилась эта информация, если она для вас была интересная, ставьте мне, пожалуйста, лайк, мне будет очень приятно. Пишите ваши комментарии, я обязательно на них отвечу. Если кому-то потребуется личная консультация, как сохранить, как поддержать свою красоту органическими, именно органическими средствами, то выходите на связь, мы обязательно все это обсудим, я уверена, что вам это будет очень интересно. Подписывайтесь на мой канал, кнопочка подписаться находится ниже, я вас всех обнимаю, я желаю вам красоты и самое главное мудрости и знаний ее сохранить. До встречи на будущих эфирах, пока!